Привет, это инспектор ЗОЖ в Петербурге. Сегодня мы приехали на волейбол. Зенит Факел, российская суперлига. Все на ту же нами любимую Сибур-арену. Два дня назад на ней играли в баскетбол, а сейчас уже будет волейбол. В 21 веке арена не может принадлежать только одному клубу. Она принадлежит всем болельщикам. Пойдемте посмотрим. Щиты уже убраны, их нету. Ничто о баскетболе не напоминает. Посредине натянута сетка, команда разминается перед выходом в площадку, а болельщики тем временем развлекаются в фойе. Мы сейчас посмотрим и развлечемся тоже вместе с ними. Площадка в волейболе явно меньше, чем в баскетболе, поэтому ложа пресса придвинута ближе. Вот здесь я могу уже стоять. Факел Нового Уренгоя, Зенит – это один из лидеров российского волейбола. И сегодня поэтому должен быть очень упорный матч. В волейболе нет больших перерывов. После сета команды немножко отдыхают и продолжают дальше. И в волейболе нет точного времени. Никто не знает, сколько будет. 3 сета, 4, а может матч оттянется на все 5. Болельщики волейбольного «Зенита» тоже учатся вместе с командой. Посмотрите, у них уже барабаны. У них уже флаги. То есть сегодня будет весело и активно. Обратите внимание, тренеры «Зенита» вот в том, что Милвулл сидит на переднем плане. В красивых, элегантных костюмах. Для волейбола это вообще не норма. Не норма. Это только тренеры «Зенита» одеваются в такие стильные костюмы. Посмотрите, вот тренер наших соперников. В привычном для волейболе футболка и спортивных штанах. Также одевается Владимир Олекна. В «Зените Казань» также одевается тренер других команд. «Зенит» диктует новую моду для тренеров. То, что приемлемо в баскетболе, красивые костюмы, теперь и в волейболе. Обратите внимание, уже работают не по старинке. У людей на скамейке ноутбук, чтобы по ходу матча отслеживать все статистическая информация сразу попадала тренеру. В том числе еще возможность посмотреть повторы опасных моментов. До начала матча еще 30 минут. Самое время болельщикам, которые пришли на игру, развлечь себя в фойе. А мы пойдем тоже вместе с ними и заодно оценим арену по 5 основным показателям. Доступность, оснащенность, вовлеченность, комфорт. И, конечно, общее впечатление. Пойдемте, за каждые 5 баллов. Вышел, сразу в столики уперся. Ну как, голодным не пойдешь на волейбол? Так, тут я видно, тут тренируют эйсы на точность и на силу, и на точность. То есть надо попасть вот ту центральную мишень. Пока летит, у всех летит гораздо дальше, чем неточная. Или влево, или вправо, но мишень... Сейчас мы тоже попробуем. Скорость, сила и точность. Так, вот, смотри, я бью. И летит далеко, далеко и высоко. Я не попадаю, но вообще интересно. Видишь, люди отходят и сразу спрашивают, когда вторая попытка. Потому что это увлекает. А вот смотри, пойдем дальше, посмотрим. Там можно попрыгать. Это тренажеры волейбольного «Зенита» установлены, чтобы развлечь болельщиков. Вообще очень увлекательно. Пойдемте смотреть дальше. Аттракцион. Так, это надо прыгать и пытаться... Ага, это оценивается высота прыжка. Высота прыжка. Надо бить по ней или просто коснуться? Просто коснуться, да? Ага. Так, вот сейчас я разбегаюсь и пробую совершить мировой рекорд. Нет? Сколько? 2,60. 2,60. Это как считается? Так. Какой рекорд вообще здесь был за время, пока вы здесь стоите? На 3 было? 3,81. Нет, а из болельщиков кто-нибудь долетал до 3, нет? Ну вот я болельщик, давайте я долечу до 3. Давайте. Да нет. А чего, готовы на 3 метра прыгнуть? На заказ под камеру. Я прыгнул на 2,60, это еще не худший вариант. Но говорят, что рекорд 3,80. Не знаю, как человек может допрыгнуть в обычных кроссовках. Хорошо, пойдем дальше. Идет игра с волонтером.
ты попадаешь в сачок. Жалко, что мало так почему-то людей вовлечены. Вот, поэтому даже организатор он скучает. Никто не прыгает на 2.60, на 2.80, на 3. Но самая большая популярность, конечно, это удар сходу, я смотрю. Вообще, надо сказать, что это здорово, что волейбольный клуб «Зенит» поставил тренажер, а не просто подошел. Ну, что там в волейболе придумаешь? Как казалось, в волейболе можно много чего придумать. И вот три тренажера позволяют развлечься перед началом матча и почувствовать себя волейболистом. Сейчас мы пойдем еще к одному тренажеру. Виноват. Ай, мимо. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, хорошо, мы увидели три активности. И мне кажется, по оснащенности можно поставить 5. Потому что в волейболе придумать что-то очень сложно. А вот вовлеченность все-таки я бы поставил 4, потому что не так много людей у тренажера, к сожалению. Может быть, стесняются еще, потому что волейбол не такая распространенная игра. Вот я подошел, попробовал, да, у меня не получилось. Может, люди стесняются просто. Странно, а где еда? На волейбол нельзя приходить голодным? То есть только стол, стул и все? А что я здесь буду есть? Эй, алло, никого нет? Программки к матчу «Зенита», все. Программку я почитал, кофе выпить не успел. Извини, на «Зените» сегодня не наливают. Фойе увешано телевизор, если мало ли вы захотели выйти, там что-то у вас случилось, всегда можете посмотреть момент здесь, не отстать от игры. Но в туалете пока еще телевизоров нет, но, может быть, это все впереди. Мягкие диванчики, на которых приятно посидеть в ожидании начала матча, подождать, пока твои дети развлекаются. Обратите внимание, какой дядя Степа. А сколько у вас рост? Да. Почти 3 метра. Почти 3 метра на ходулях. Да. Ну как, удобно на ходулях? Очень удобно. Да? Обожаю. А так, можете ходить вне арены? Без ходуль могу ли я ходить? Да. Без ходуль тоже могу ходить. И без. Что, будете принимать подачи? Давайте. Давайте. Сейчас будет весело. Пламя. Все уже, видите, испугались. Да, все разойдись. Все уже разбежались. Все разбежались. Давай. Опа, коронная подача пришла. Я принял коронную подачу. У меня выросло мое чувство собственного достоинства. Я крут. А нет, вот смотрите, здесь можно выпить кофе, съесть какую-то булочку. Так что мы зря говорили. В плане комфорта «Зенит» дает болельщикам возможность почувствовать себя уютно на арене, что-то перекусить, выпить. Ну, безалкогольную, конечно. Здравствуйте. Скажите, а у вас что-то, барабан стучат или? То есть, примерно так и, да. Кто громче стукнет, тот победил или что? А, чтоб кричалку? Ну, да. Раз, два, три. «Зенитушка», дави. На «Зените» можно смотреть волейбол не только с трибун, не только с обычных стульев, но и можно сесть в мягкий пуфик, оп, развалиться, и как раз у тебя голова будет прямо напротив телевизора. Сидишь, смотришь, приятно. Захотел, зашел обратно в зал. Захотел, вышел опять в мягкий пуфик. Хорошо, комфортно. Ребят, вы в зал-то пойдете или здесь будете смотреть? В зал пойдем. Это типичная тема для всех питерских команд. Аквагрим. Особенно, смотри, любят дети очень это. Разукрасить свое лицо, и чтобы родители позволили, это за милое дело. Катя, а что самое тяжелое нарисовать? Льва, мячик, сердечко, может? Наверное, «Зенит». А, «Зенит» эмблему, да? Да. Или, может, флаг, чтобы только цвета не перепутать? Нет, «Зенит». Включаешь? Посмотрите, какой, да, стоит красавец в «Зенитском». А еще говорят, что в Питере проблемы с расизмом. Главная звезда «Зенита» – Ореоль Камеха. Полный рост, если я правильно понимаю. Вот смотрите, какие на волейбольном «Зените» очаровательные секьюрити. Катя, вы давно работаете на «Зените»? 3 года уже. 3 года уже, да? Были какие-то эксцессы? Или против такой красивой девушки ни у кого не подняли? У меня не было, но один раз ходила в пикет полиции заявление писать. А что случилось? Был буйный болельщик, да. Да, который нас не слушал. И даже вам не удалось усмирить его? Да. Так, и что в таком случае вы делаете? По рации передаете, да, вызываете наряд? Вызываем нашего главного стюарда. Если он не слушается главного, то вызываем полицию. Уже полиция дальше разбирается. Какие у вас есть коронные фразы, чтобы усмирить болельщика? Как вам не стыдно? Нет, правила стадиона мы используем. Говорим, что правила стадиона так запрещены.
себя вести. А так это как? Правильно речь использовать. Материться. Не путать. Так. Вот. Ну и в принципе провоцировать гостевые команды на конфликты. А если я сейчас ботинки сниму и кину, я тоже буду нарушать правила стадиона? Ну да, это немножко против правил, да. Это немножко против правил. То есть надо следовать правилам. Возможно, то, что так много людей приходит уже по ходу первой партии, в самом ее разгаре, связано с доступностью арены. Мы когда шли на нее, тоже столкнулись с тем, что, например, закрыт пешеходный мост, что вынудило нас обходить вокруг, что тоже, конечно, не добавило нам комфорта. Вот, поэтому давайте поставим 4 за доступность и будем надеяться, что на следующий домашний матч «Зенита» мост будет открыт. И, возможно, кто-то из этих людей придет тогда раньше. Вот я сижу на мягком диванчике, да? О, посмотрите, какие мягкие, да, уютные диванчики здесь. Ой, можно вот так раскинуться и смотреть волейбол. Единственное, вот хороший экран, большой, все, я вижу команды, но я не вижу самого главного, я не вижу счета. Вот, где же счет на экране? Не знаю, его не имеет права выводить или что, но без счета мне сложно понять. Я, конечно, могу встать с дивана, сходить, сбегать туда, открыть дверь, посмотреть счет и вернуться сюда быстренько на диван сесть, пока счет не изменился. Но, тем не менее, мне придется все время держать его в голове. А есть какие-то видеоповторы, судейские решения. То есть я вижу только картинку без счета, а звук я слышу с арены. Ну, мягкий диван, мне кажется, в данном случае не очень спасает. Поэтому я все-таки поставлю 4, вот, а не 5. И буду надеяться, что к следующим матчам уже будет полноценная картинка со счетом. Зенит и Пакел сегодня уложились 3 сета. Гости победили со счетом 3-0. Расстроенные питерские болельщики расходятся по домам. Но я уверен, что они снова вернутся на волейбол сюда, на Сибур-арену, потому что она буквально создана для этой прекрасной игры. Здесь весело, громко и интересно. И 5 за общие впечатления. Общая оценка 23-25. Есть над чем работать, но и есть чем восторгаться. Волейбол на Сибур-арене нам понравился. Ну, разве что счет сегодня подкачал. Ну, так это игра.